Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 27 березня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати з ось таких повідомлень. Не ігнорувати сьогодні тривогу, закликає заступник міністра з питань стратегічної галузей промисловості України Тимур Ткаченко. Пізніше після цього повідомлення політтехнолог Руслан Рохов, спираючись на власні джерела у розвідці, заявив, що одночасно 250 повітряних цілей сьогодні можуть випустити росіяни по Україні. А Наталія Гоменюк каже, що у столиці почастішують повітряні тривоги через далекобійні гіперзвукові ракети «Циркон», які накопичила Російська Федерація. Романе Григоровичу, не хочете, знову ж таки, аби люди панікували, але важливо повідомити їх про це. Як ви вважаєте, чи буде великий обстріл? Ну, от коли йде така інформація, що сьогодні не ігноруйте сигнали воздушної тривоги, а вчора можна було, лише завтра можна. Здесь треба правильно, грамотно інформувати населення. Да, ніколи їх ігнорувати нельзя. Каждый, мы уже третий год ловим эти ракеты себе на голову, на нашу территорию, потому прекрасно понимаем, никогда ее игнорировать нельзя. Есть только вопрос у ребят, которые решают вот эти сигналы, или, по крайней мере, участвуют во включении, в определенном согласовании, надо уже принимать решение как-то разграничивать сигналы по самих атаках как таковых. Крылатые ракеты, я же прекрасно понимаю, то есть противовоздушная оборона, особенно РТВшка, то есть радиотехнические войска, прекрасно понимают, какие цели будут, допустим, идти, в какую сторону примерно. Потому надо сейчас хотя бы три вида сигналов воздушной тревоги придумать, то есть как-то развести это по направлением и, естественно, по самой атаке как таковой. То есть атака баллистических ракет, атака крылатых ракет или комбинированная атака. Вот здесь это очень важно, плюс еще у нас шахеды есть. Поэтому нужно попытаться разграничить как-то по, может быть, тональности сигнала, частоте, ну то есть в зависимости от возможностей тех механизмов оповещения, для того, чтобы народ прекрасно понимал и мог спланировать свое движение. То есть люди, понимая, какая атака, то есть какая проблема, они могут спланировать или там ускориться, либо, допустим, прикрыться одним механизмом, вторым, третьим. То есть это очень важно, разграничивать вот эти атаки. А то, что у россиян есть готовность на масштабные атаки, есть однозначно. Как минимум где-то уже с февраля месяца, то есть после такой серьезной, помните, тандемная атака была на Новый год, где-то около 300 целей за два раза они выпустили. Сейчас у них однозначно есть уже такая возможность. Причем она довольно-таки, она уже давно есть, то есть где-то как минимум с месяц россияне могут организовать такую масштабную атаку, причем с использованием действительно разных типов вооружений. То есть это и крылатые ракеты воздушного базирования, это и крылатые ракеты наземные, те же «Искандер-К», это отстреливается с «Искандера», то есть «Искандер-М» баллистические. Ну, весь спектр ракет, включая до «Циркона». По идее, они этот вопрос могут решить в любой момент. Потому здесь как нельзя сказать, что вот россияне прямо сегодня что-то сделают. Да не сейчас это могут сделать. То есть техническая возможность есть. Просто у нас есть определенные механизмы разведки. Эти разведданные должны в официальном, то есть без телеграф-каналов, без каких-то информационных вбросов, они должны со стороны противовоздушной, то есть системы противовоздушной обороны, неважно, кто это на себя возьмет, это должна быть одна структура, вот одна единственная структура, которую нужно всем слушать. И как только у этой структуры, допустим, это ПВО или, допустим, это Генштаб, неважно, то есть ее надо определить одну единственную и не слушать больше никого и ничего. То есть эту структуру, на нее надо ориентироваться, ну вот разложить единственное по механизмом передачи информации и, допустим, какой-то речник, то есть какой-то спикер системы РТВ, радиотехнических войск наших, или системы обеспечения, или гражданской обороны, неважно, но надо его назначить,
и дальше ориентироваться всему народу, то есть всем гражданским лицам, ну не только гражданам. Є інформація про те, що Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які готували ракетні удари по Київській телевежі та підрозділам Генерального штабу Збройних сил України та столичній ТЕЦ. Скажіть, будь ласка, чому ворог намагається атакувати саме ці об'єкти і чому увага зосереджена, щоб посіяти паніку та хаос саме у столиці? Ну, росіянам теж, наверное, марафон не нравится, тому пытаются как-то отминусовать телевышку. Он никому не нравится, насколько я это понимаю, потому с этой точки зрения понятно. Ну а если по-серьезному, то с той точки зрения правильно, грамотные, выбранные, так сказать, цели. В этом смысле столица – это центр принятия решений, это определенный бэкграунд по принятию решений, то есть и по управлению как таковому, то есть властных, по крайней мере, кабинетов. С этой точки зрения логика есть, я имею в виду в этом смысле правильно и грамотно, то есть логично с точки зрения военной. Непонятно, почему мы этого не делаем. То есть Москва у нас как священная корова. В Москве находится очень много военных объектов. Ну, примерно половина в Москве и Московской области военных объектов, начиная от Капотни, НПЗ, и заканчивая, это Московская область, и заканчивая, допустим, теми же в Дубне теми же ядерными центрами исследовательскими. То есть это целый такой напичканный островок России, по которому ну уж точно надо работать, и чем больше, тем лучше. А мы не то, что по Москве не работаем, мы уже и по НПЗ перестали работать. Вот еще одна бабка пошептала, скорее всего, с Вашингтона эти бабки. Там три штучки есть, ездят постоянно друг за другом. То в Киев, то в Москву, то в Белый дом. Ну, вот примерно так. Причем вот эти удары и по Москве, то есть по столице, и по НПЗ, которые сейчас опять прекратились, а впереди у россиян большая проблема. У россиян впереди, помимо боевых действий, у них еще впереди и посевная. А если уничтожать дальше, то есть за этот месяц уничтожить оставшиеся НПЗ, россиянам нечем будет сеяться, и не только заправлять те же танки, а еще и сеяться, а вот тут уже большая проблема, и у американцев в том числе, потому что на российское зерно есть определенные покупатели, эти американские и китайские фирмы, которые турецкие в том числе занимаются этим вопросом, могли тоже с этой бабкой поговорить, которая не дает нашим спецслужбам работать по российской углеводородке, а мы это уже понимаем, уже однозначно не дают. Тот удар в субботу, который был не в счет, это, скорее всего, подтверждающее, исключение подтверждающее правило. То есть удары по Москве понятны, и, в принципе, такая же логика есть ударов по Киеву россиянами. Только они их наносят, а мы нет. И единственное, что у нас, конечно, в Киеве очень хорошая система противовоздушной обороны, так тот пирог, который должен быть, в принципе, над всей Украиной. Но для этого надо на порядок разов в 10 увеличить плотность зенитно-ракетных комплексов, даже тех же Патриотов штук до 50 довести, или Патриотов с МТ в паре довести до полусотни штук, тогда можно о чем-то говорить. А пока у нас Киев защищен, ну, по крайней мере, мы видим примерно как. Ви згадали про наші удари по російських НПЗ і, зокрема, про роль тут Сполучених Штатів Америки. І є заява, зокрема, від Держдепу про те, що США публічно говорять, що вони не підтримують ось ці атаки. Цитата, якщо дозволите, спікера відомства, він каже, наша позиція з початку війни завжди була такою, що ми не те, що не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території. Так що тоді виходить, що ось ця стаття, яка була напередодні у Financial Times про те, що Сполучені Штати Америки нам якраз зв'язують руки, вона тоді виходить, що це є правдою? Ну, це підтвердження практично цієї статті, ми її розбирали, це розуміння теж процесу, це є, ми ж під дієм дивимося. То за одну ніч кілька НПЗ горіло, то вже втора неділя, ну за суботу, єдине там був удар в суботу, а так вже втора неділя НПЗ стоять, відновлюються, тобто росіяни ж намагаються відновити НПЗ, і цей питання, звісно, цей питання є, і он не только к нашим спецслужбам, к нашему политическому руководству, военному руководству, но и, естественно, к американцам. А что это за запрещение? Мы без войны на территории России, мы просто погибнем здесь все. Все несколько миллионов украинцев погибнут с таким подходом
а по-другому войны не ведутся. Война выигрывается только тогда, то есть вы побеждаете противника только тогда, когда переносите на его территорию огонь. А у нас получается, кто-то нам по рукам бьет. Ну так тогда война это называется. Это война на уничтожение украинцев. Вот примерно так это слышится от американцев. А тем более еще не передача, обязаны нам передавать достаточное количество вооружений по Будапештскому меморандуму. Это гаранты. Либо пусть откажутся от этих гарантов, то есть заявят на весь мир, что с них гаранты, как с нас папы римские, ну вот примерно так. И будет понятно дальше, как себя вести. Мы же тоже что-то планируем. То есть от американцев мы же видим, какие они гаранты российской неприкосновенности. Вот это видно. Вот здесь они точно гарантируют и показывают свое, так сказать, это забугорное лицо или морду лица, как угодно это можно называть. Поэтому какие бы они ни были наши партнеры, ну таких партнеров, ну, лучше бы их вообще тогда не было с самого начала и в 2014 и 2015 году. Лучше бы тогда все эти звонки, все эти дергания за ниточки по передаче Крыма россиянам и Донбасса, в том числе и американцами, это обамовская клика, вот Байден это с Шакудом уже неоднократно говорили, так лучше бы тогда раздали оружие в Донецке, мы бы этот вопрос решили. Решили бы, да, тяжело было бы, но решили. Если бы на руках было серьезное оружие, не то, что мы тогда успевали достать Ксюхи до ПМу у тех же россиян, которые заходили, тащили их с Крыма. То есть, по большому счету, вот это связывание рук в 2014-2015 году привело к очень большой беде. В 22-м больше сотни украинцев потеряли жизни. Миллионы украинцев остались без дома. То есть вот эта вот политика связывания рук, и она дальше продолжается. То есть американцы дальше продолжают эту политику. Уже серьезно хочется их тоже послать по курсу русского корабля, как Си Цзиньпин, иногда Эрдогана и того же Папу Римского. То есть связывание рук. Разбирайтесь у себя тогда сами, только заявите об этом. Заявите о том, что вы снимаете с себя эти обязанности по Будапештскому, верните нам ядерное оружие, просто возьмите и верните то, что забрали, украли, забрали, выдавили, как угодно. И идите лесом вместе с россиянами куда хотите, куда вам там больше нравится ходить. Вот и тогда будут другие совсем разговоры. Сами разберемся вместе с европейцами, потому что Европа-то как раз четко понимает, что следующее это она. И если она сейчас не покажет свои зубы такие серьезные, не объединится, не даст этому российскому уродцу двухголовому, снесет обе головы с этого герба российского, этой двухголовой курицы. Дальше будут проблемы у Европы в том числе. Но нам надо вернуть ядерное оружие. Это именно этот вопрос уже должен звучать к Соединенным Штатам. Забрали, верните. Как угодно, какими угодно механизмами возвращайте, и если этого не будет, то значит надо уже вопросы решать с восстановлением определенных цепочек по ядерке. Надо опять возвращаться к запуску реакторов на Чернобыльской атомной станции. Они могут дать достаточное количество, ну через определенное время достаточное количество ядерного определенного материала для создания ядерного оружия. То есть, по большому счету, эти вопросы уже надо решать. И вот американцы перебирают, вернее, они раньше перебирали, но слишком большая цена. Большая цена, что мы их слушаем. То есть, их вот эти сладкопевцы великие, одни, вторые, третьи, четвертые, приводят, в конце концов, к сотням наших смертей, тисячам смертей. Пане Григоровичу, в продовження цієї теми видання Bloomberg написало про те, що заяви президента Макрона про розміщення західного контингенту розізлило американських чиновників, тому що вони побоюються знову ж таки конфронтації НАТО із Російською Федерацією. От ми щойно проговорили так про те, що зв'язують руки, не даючи наносити удари по російських НПЗ. Плюс до всього, знову ж таки, можна сказати тоді, напевно, що якщо ця інформація відповідає дійсності, то тоді, наприклад, і Європі тоді також намагаються зв'язати руки. А чи означає все це тоді, що Сполучені Штати Америки не хочуть, аби Україна виграла в цій війні?
ну, однозначно для них это смерти подобно. Если мы разобьем российскую армию, чем быстрее, тем лучше. Россия начнет распадаться, а это очень обеспокаивает практически всех и вся в Америке, причем не только в геополитической, а еще и в экономической сфере. Часть американских серьезных компаний, они уже давным-давно вошли в Россию там, через вторые, через третьи руки, непосредственно сейчас участвуют в экономике России. Они почему и бьют по рукам. Да даже те же зернотрейдеры, в том числе и американские, которые также пасутся на российском зерне, для них это очень важно, чтобы они посеялись. То есть вот где заинтересованность сейчас американцев, почему не дают НПЗ нам дальше давить. Им надо, чтобы Россия посеялась, чтобы осенью зерно пошло по их каналам в том числе. Потому и здесь есть заинтересованность американская. У них везде заинтересованность, только они абсолютно не заинтересованы в разгроме России как таковой. И, естественно, и Европе это невыгодно. То есть, в смысле, не развал России. Европе невыгодно то, что американцы вот в таком виде заинтересованы. Потому сейчас Европа начинает уже тоже, то есть начинает становиться на крыло, я бы так сказал, уже давно поднялись и начинают операции. И думаю, вопросы будут решать примерно так, как мы с вами говорили. Пошлют они американцев туда же, куда мы их посылаем. Европа, ну это серьезная экономика, там Россия рядом не стояла, и военная техника в том числе, производство военной техники, серьезные армии, которые надо просто собрать воедино с центром в Европе. И пусть американцы занимаются своими там крокодилами, этими рвами от Мексики. Им там виднее. Их надо просто шугать отовсюду. Везде, где они залазят, в конце концов, заканчивается это все довольно-таки плачевно для тех территорий, где американцы потоптались. И по Европе в том числе, потому что все эти проблемы европейские, они же в основном от американцев. Потому как только Европа сбросит это американское ярмо управления, по крайней мере, или каких-то операций, от чего-чего, но Европе чего, по большому счету, страхаться. Дело в том, что хватает экономики, хватает населения, хватает достаточное количество боеприпасов, техники. Две ядерных державы, это как минимум это Франция и Великобритания, они производят свое ядерное оружие. То есть еще пять государств, в которых американское лежит. Ну так оно может там и остаться. Тут же как подойти к этому вопросу. Потому по Америке уже надо давным-давно Европе решать. И чем быстрее, тем лучше. Меньше жизни будет потеряно, если Европа быстрее проснется, быстрее оперится. Президент Сербії повідомив про загрозу життєво важливим національним інтересам. Він сказав, що у найближчі 48 годин має відбутися щось жахливе. Крім того, відомо, що Лукашенко дав команду готуватися до протистояння з Балтією. Він побував у розташуванні білоруської армії біля кордону з Литвою. І, зокрема, там про це говорив. Відомо, що Сувальський коридор так вважається однією із ймовірних цілей Путіна у разі війни із НАТО. Чи можна говорити про те, що конфлікт у Європі близько, і чи можна говорити про те, що Путін використовує знову ж таки Лукашенко, аби розпочати ось цей такий конфлікт, і аби увага, знову ж таки, Заходу тоді вже зосередилась на їхніх проблемах, а не на Україні? Ну, з точки зрения воєнної, взагалі непонятно, о чому говорить Лукашенко, і взагалі це Сувальський коридор, як таковий. Ну, це, в кінці концов, це полоса, це границя між Польщею і Литвою. Причем, с одной стороны, там кілометрів 100, с одной стороны, это Калининград, или там Кёнигсберг, как угодно его там называть. Крулевец, поляки его называют, а с другой стороны Беларусь. Так вот эти 100 километров, они что, по ниточке, как речка протекут. А в это время польское войско, то есть польская армия и литовская, прибалтийские страны будут просто на это смотреть. Да их раздавят, как клопов, если они только начнут движение какое-то в сторону Калининграда, и у Белоруссии выключат свет. Помните, мы как-то с вами говорили, свет в бане выключили, и все, нет Беларуси. Потому что зачистить территорию Белоруссии от военных объектов, ну, это несколько часов работы авиации польской и стран Балтии. Причем довольно-таки быстро. Потому все эти вот движения, вернее, попытки как-то кого-то куда-то показать в сторону Калининграда, эксклава этого,
А толку с него тоже с точки зрения военной абсолютно никакого после того, как были приняты две страны, Финляндия и Швеция, в НАТО. Балтийское море стало внутренним морем стран НАТО. То есть этот эксклав, это дело времени, когда Калининградская область опять вернется либо к Германии, либо к Польше, либо к Литве. Там уже сами разберутся, чьи там земли. То есть по большому счету это движение в никуда называется. То есть это идет какое-то отвлечение внимания. Либо отвлечение внимания от каких-то других процессов, либо, допустим, это действие Лукашенко для того, чтобы не дать Путину запрашиваемое им вооружение. То, которое последнее, которое хочет Путин забрать у белорусской армии. Он их, Лукашенко спрятал практически сейчас это железо свое, перегнав их туда, на северо-запад Беларуси, вот как раз в эту сторону, то есть ближе к Литве. То есть жмется как раз по большому счету к корням, потому что часть белорусов, да, наверное, большинство белорусов, это по крови, это ж литвины, то есть это литвинская нация и их как раз родственники в этом смысле. Потому и больше, скорее всего, из-за этого Лукашенко пытается просто спрятать это железо, да, ближе к основной национальной породе. Потому посмотрим сейчас на развитие ситуации. Действительно, есть такие тревожные, с одной стороны, заявления всех и вся рядом с Украиной, которые находятся и страны, и некоторых правителей, но они больше похожи на нагнетание определенной ситуации. Потому что действий как таковых, вот на данный момент действий как таковых не видно нигде. А яку саме зброю може, ну, зокрема, ви говорите про те, що Лукашенко ховає так залізо від Путіна? Яку саме зброю хоче Путін отримати від Білорусі? Що, в принципі, Білорусь може надати? Ну, вони перебросили зараз туди, ближе к литовському-латвійському кордонам, вони перебросили в основному техніку, бойові бронірувані машини, ББМи, часть танків, то есть це техніка, це имеется в виду техніка. Тот расходный материал, который сейчас Путину не хватает на линии боевого соприкосновения. Потому он пытается где-то его найти. Еще более-менее снаряды он нашел там в Северной Корее, Китае. А вот техники у него не хватает. Ту, которую они ставят на колеса, мы быстрее ее уничтожаем, чем они ее воспроизводят или поднимают с мест хранения, или производят. Потому он пытается забрать у Белоруссии, забрать вот там несколько сотен единиц техники. Вот Лукашенко их прячет, как раз рассказывая сказки о том, что он готовится двигаться на Калининградскую область по Сувалскому коридору. Кто понимает, что такое Сувалский коридор из военных, тот прекрасно прогнозирует, что ничего этого точно не будет, потому что 100 километров пройти под ударами с флангов двух армий или одной общей натовской, ну это просто из области фантастики. Якщо говорити про подальший розвиток, зокрема, і бойових дій, і ведення війни, видання «Велт» написало про те, що війна в Україні навряд чи триватиме ще кілька років. Все більше ознак, що цей конфлікт може бути зупинено навіть цього року. Паралельно видання «The Economist» пише про те, що наступні 5-8 місяців можуть стати вирішальними. Мовляв, Україна страждає від нестачі живої сили та боєприпасів, новий натиск Росії може пробити українську оборону, та росіяни пролізуть вглиб країни, і влітку очікується серйозне просування на східному напрямку. Роман Григорович, що із перерахованих факторів, ну, дійсно близьке до реалії? Чому береться саме з цей проміжок часу 5-8 місяців? Тобто ми можемо говорити просто, ну, те, що цей рік, так, він є роком оборони саме для України, саме тому? Да нет, дело в том, что есть определенные периоды, вот мы несколько раз об этом говорили, при выполнении боевых действий есть определенные этапы, если так, вот периоды, этапы. И вот этап наступательной зимней военной кампании российской, они действительно готовились в прошлом году к наступлению, вот он заканчивается сейчас. Они сейчас перейдут к этапу восстановления, то есть им надо накопить ресурсы, подготовить личный состав, заменить, а у них просто нет времени для этого. Мы не даем им этого времени. Пока выполняются боевые задачи на линии боевого соприкосновения, даже в режиме вот тех боев, которые проводятся сейчас, в основном позиционные бои, у россиян нет времени для того, чтобы восстановиться. Даже вот ставят они в сутки 1000 террористов в строй, и мы эту 1000 отминусовываем где-то в другом месте. То есть они не могут накопить
практически ничего. Производят 5000 снарядов в сутки, тут же их используют. Почему? Потому что мы используем снаряды, им приходится в режиме контрбатарейной борьбы их использовать. Они накопить ничего не могут, то есть пустые склады в этом смысле. Работают с колес, потому им надо где-то 5-8 месяцев, ну вот примерно так. Ну вот в среднем, допустим, пусть 6 месяцев, до августа, до сентября, им надо остановить боевые действия. Остановить, почему Путин сейчас везде и, в принципе, эту тему поднимает. То есть ему надо вот эти полгода перерыва. И очень важно остановить, заморозить боевые действия для того, чтобы пройти этот этап накопления без ударов по нему. Потому что у него по-другому уж не получится, просто ничего не накопит. Мы это можем сделать, самое интересное, в режиме боев. Мы можем накопить достаточное количество сил и средств у наших партнеров. То есть чехи у себя положат те 800, я просто образно говорю, да, там 800 тысяч снарядов. Ракеты зайдут на Рамштайн, будут готовы для выполнения боевых задач. То есть мы можем за счет наших партнеров, европейских в основном, накопить. А у России такой возможности нет, потому для них сейчас очень важно разными методами остановить боевые действия. Почему сейчас все и подталкивают к этому, понимая, что если Россия не остановит боевые действия, они не накопят практически ничего, и в зиму они войдут. Ну, с армией, которая будет серьезно потрепана в боях, даже эта полумиллионная армия, которая сейчас есть, ну, она будет серьезно. Мы ее порвем на некоторых участках, то есть, тем более в глубине. Механизмы есть, мы это уже видим, то есть дальние средства поражения есть. Если еще добавят ракет, а могут добавить ракеты, то, в принципе, на глубину 100 километров российская армия там нигде себе не найдет места. И вот эти 5 месяцев для россиян надо пройти в таком лайтовом режиме. А для нас это очень важно, их просто доставать, постоянно доставать дальними средствами поражения. Вот куда можем достать, туда и надо доставать. И у россиян просто не будет никаких механизмов. Вот я не знаю, как говорят, 5-8 месяцев. Да у них на осень нечем будет наступать. Вот просто нечем, как вот сейчас нечем. У них было чем наступать 3 месяца назад. Они начали наступать 3 месяца назад, выдохли, все. А сейчас работают с колес. Потому вот в таком режиме у них ничего не будет, если мы, не дай бог, не остановим боевые действия. Ну, то есть останавливать их нельзя ни в коем случае. Попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, що ось цей випадок, коли російська ракета залетіла на територію Польщі. Ми з вами частково про це вже говорили в ефірах, але з'явилася інформація, знову ж таки, з Пентагону. І там сказали про те, що Сполучені Штати готові виконувати свої зобов'язання і захисту НАТО, у тому числі пов'язано з російськими ракетними обстрілами, які можуть загрожувати Польщі. Чи можна вважати це попередженням? Ни о чем это не говорит. Это очередной такой информационный поток, больше политический, для внутреннего потребления, не более того. А что нельзя было эту ракету сбить? А что нельзя было сбить ракету полтора года назад, которая прошла половину Польши, Х-55, и упала просто из-за недостатка топлива. То есть топливо все закончилось, оно просто плюхнулось в Польше, где-то там искали ее потом несколько месяцев. Поляки все думали, что она до Германии долетит. Не сложилось у поляка в этом смысле. То есть, получается, в эти моменты уже можно было давно делать. Сейчас весь этот поток информационный больше сейчас похож на информационный мусор от наших партнеров. Причем это и практически 100% мусор сейчас идет от американцев. Чисто мусор. На него вообще внимания обращать не надо. Только под действием. Можно утром спрашивать у американцев, выделили 60 миллиардов, не выделили, до свидания, до следующего утра, все. Все остальное нет смысла слушать. По Европе та же самая картина. Макрон и сейчас несколько политических таких лидеров начинают поднимать эту риторику воинственную, но для чего они это могут делать? Они это могут делать для того, чтобы ее потом расторговать, мы же это видим прекрасно. Одно дело 800 тысяч снарядов найти, как это сделал Петр Павел, и другое дело, аж целых 30 тысяч снарядов за больше чем два года, как Франция нам всего лишь выделила с барского плеча. 30 тысяч всего лишь за 3 года, вот сейчас третий год воюем. Сейчас вот думают где-то там 1090, 70, 80 из той сотки, которые они будут производить или пытаться произвести. То есть есть риторика, есть действия как таковые. Реагировать надо только на действия. Пока действий
реальных. Кроме, допустим, вот таких вот, как Петр Павел, генералов, пока их нет. А политики, все, что говорят политики, 99% это для собственного пиара. Потому и Макрон пока, по крайней мере, на данный момент пока не подтвердил свои слова действиями. Он просто пиарится на каком-то механизме, а дальше, может быть, попытается его расторговать. С Москвой расторговать, с Китаем. У него же проблема-то не в Европе. У Макрона проблемы в Африке. А в Африке у него проблемы от россиян, от иранцев и от китайцев. А так как китайцы имеют влияние и на россиян, и на иранцев, вот Макрон себе сейчас петушится перед приездом Си Цзиньпиня. Больше ничего. После приезда Си Цзиньпиня посмотрим, что он будет говорить и делать. Вот тогда будет понятно, до какой степени он там договорился по Африке, чтобы ему что-то остается. Романе Григоровичу, традиційно три блиц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, поляки готові воювати у випадку війни? Однозначно. Войско польское довольно-таки серьезное войско. Это серьезные армии. Поляки готовятся последние несколько лет. Поляки готовятся воевать именно с Россией и с Беларусью. Ну, с Россией через Беларусь в том числе. У Польши общая граница с Беларусью и довольно-таки обширная. Орбану за его позицию по отношению до Украины что-то пообещали? Однозначно, конечно. Это просто так не бывает. Там и, скорее всего, личная заинтересованность, есть определенные меркантильные моменты, но и экономические некоторые плюшки, которые получает Венгрия в том числе. А мы их, эти плюшки, им обеспечиваем, так как они идут через две трубы, которые через Украину проходят. Это нефтепровод «Дружба», Мозырский завод, и продуктопровод, по которому сейчас дизель качается, с того же Мозырского завода, через Украину. Потому мы еще в этом деле участвуем. Самое интересное, нам, по-моему, платят через третью, четвертую какую-то прокладку за транзит нефти и того же дизеля платит какой-то венгерский банк. Вот это надо разобраться еще точно. То есть, ну, скорее всего, так и происходит. То есть для того, чтобы не было прямых контрактов с россиянами или, там, допустим, с теми белорусами, у нас вот такой интересный крюк придумали. Потому и до сих пор мы не перекрыли ни продуктопровод, ни нефтепровод. Кстати, как раз почему Словакия и почему Венгрия? Вот они сидят на этих трубах. Венгрии і Словакії, ФІЦО і руководитель Венгрії. Загроза безпеки у світі є наразі найвищою за останні десятиліття? Абсолютно ні. Даже наоборот, скорее всего, вона зараз уменьшается. Почему? Потому что участники поняли свои определенные прорехи по боевым действиям и начинают отползать от разворачивания боевых действий. Наоборот, пытаются потушить, притушить или как-то связать руки. Вы же видите, нам связывают руки, не россиянам, нам связывают руки. И связывают руки сейчас израильтянам, пытаются, по крайней мере, связать. Добре, Романе Григоровичу. Будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви щоденно знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах. Романе Григоровичу, чекаю вас. Дякую вам.